Добрый вечер всем! У нас уже практически 9 часов, игры все затянулись, потому что у нас никто попал играть. У нас СНГ-рубка, 4 коллектива, один из них уже отвалился, это команда Virtus.pro Polar, только что проиграли Ашером и вылетели из сетки лузеров. Теперь у нас финал сетки лузеров, Team Empire против команды Hellraisers. Там победителя данной пары в гранд-финале уже ждет такая команда, как Na'Vi, которая очень успешно прошла первые два матча, первые два этапа. Ну и теперь третий раунд для них один-единственный. Просто катка в формате, по-моему, Best of 3, если не ошибаюсь. Гранд-финал у нас будет СНГ-дивизиона Red Bull Battlegrounds. Ну что, Team Empire на данный момент уже забрали Vengeful Spirit, Batrider, Draw Ranger и Visage. И эту комбинацию я знаю. Это Draw Ranger со своей аурой, и это Vengeful Spirit со своей аурой, и это Visage со своими фамильярами. И это невывозимый дэмэдж вообще для Зевса, Шейкера, может даже и Квапы. У Квапы, правда, есть эскейп, как и у Сларка, но следующий герой тоже, скорее всего, будет у нас попадать от комбинации Эмпайров. Ancient Operation от Team Empire залетает у нас в бан. Ну и последний бан от Hellraisers. Забанили Шторм Спирита, не хотят видеть данного мидера. Ну, Draw Ranger, скорее всего, у нас будет для Silent, как я понимаю. Винга для Always Wanna Fly, Aloha Dance заберет себе визажа. Бэтрайдер будет для Юку на сложную. Ну и мидлейн ВР-ка для Резолюшена. Отличный рассказ. Все ранжевики, все бьют просто как полоумные. Если быстро не закончится игра, то я буду очень удивлен. Хотя, с другой стороны, ХР взяли Сларка. И Сларка непонятно пока, чем контрить. Ну, в принципе, так-то понятно, чем его контрить. Главное, суметь поймать эту скользкую лягушку. Но вот со стороны команды Hellraisers Квапа идет на мидлейн, как я понимаю. Сларк фармит легкую, саппортит его Зевс и Шейкер. Надо забрать еще одного оффлейнера. Вряд ли ХР смогут отправить у нас Зевса или Шейкера в сложную, это было бы слишком дерзко. Это только Йоку у нас на Шейкере имеет право, как я понимаю, стоять в сложной линии. Ну и Дазл для ХРов. Еще один саппорт. И кто же тогда отправится в сложную? Шейкер от Дреда. Насмотрелся на игру Йоку Дред, посмотрим, как теперь у него получится то же самое исполнять, что исполнял у нас Дред. На данный момент команды... В принципе, в равных позициях. Хэры на плюс. Хэры у нас на плюс морали. Только что они наказали Virtus.pro Polar. Ну, Empire немножко где-то подмочили свою мораль, потому что Na'Vi они проиграли Na'Vi'ам в... Na'Vi'ам. Слово такое мерзкое. Ну, просто как еще склонять данное слово по правилам русского языка, я не понимаю. Потому что по правилам русского языка слова Na'Vi в русском языке нет вообще. Поэтому проиграли Empire у нас Na'Vi и, собственно, сейчас где-то на минус настроение должны быть. Хэры после победы от Виртусов, правда, и сыграли больше игр. Хэры. Дред очень весело притопывает на Шейкере, пошел в сложную. Горец ему помогает здесь на Зевсе. Дред готов фармить, насколько я понимаю. Есть у него Boots of Speed, есть у него Clarity, ну и Горец здесь, если что, пробустит на Танго. На мидлейне со стороны команды Hellraisers будет стоять Квапа, а фонин же уже все, в принципе, по дефолту. Ну, Талисман, два чужих танга. Гадем будет саппортить у нас Артеса на нижнем лайне. Ну и комбинация команды ХР, в принципе, ясна. Главное, хорошо драться, давать точные ульты. Команда Empire очень простая. Главное, кого-то зацепить, а там с руки расковыряет. Закрывают фиссуры, отделяют одного сразу пополам команду Empire. Aloha Dance пошел здесь подраться, Aloha Dance на ФБ расливается. Зачем пошел Aloha Dance быковать на Дреда, я так и не понял. Решили, видимо, как-то задавить команду ХР моральной, не получилось. ХРы просто стояли и били, и у них это получилось лучше, чем у команды Empire. Draw Ranger на раннем левеле. Вкачала... Silent вкачал ауру, это не помогло. Только по одной простой причине, потому что офигительная фиссура легла от Дреда. Просто пополам разделила команду Empire. В итоге, не удел вообще стояла здесь дровка, и не удел стоял Always Wanna Fly на визаже. Не получилось ни зацепить, ни засловить никого, ни нормально настрелять Сайленту. В итоге потеряли Vengeful Spirit Empire и отходят на свои позиции. Резолюшен на мидлейне, на АВР-ке. Против него стоит Афониджи на Queen of Pain. На топ-лейне фармит у нас Silent со стороны команды Empire, саппортит его Always Wanna Fly. Занимается здесь отводами, Дред будет пытаться хоть каких-то крипов здесь настрелять, но Silent с Дреда вообще не слезет. Есть, в принципе, у Silent'а куча дэмэджа и будет еще больше. Как только появится немножко больше крипстат, у нас у Silent'а сразу же
Я думаю, Erase Band еще один появится для Silent'а и новые-новые артефакты. Ну и дальше все больнее и больнее будет для дровки. Ой, не для дровки, а для шейкера, конечно же. Йоко отправляется на Бэтрайдере во вражеский лес. Против него здесь трипла, и стоять на линии вообще не получится никак у Йоко. Дазл, я думаю, уже через Poison Attack. Да, Дазл, Goddamn, у нас через Poison Touch пошел, поэтому... Понятное дело, что неприятные здесь будут дела у Бэтрайдера. Здесь есть чем привязать, здесь есть чем засловить, здесь, в принципе, есть чем надамажить. Ну и Дред остается в соло на топ-лейне. Горец перемещается на нижний лайн, а теперь отправляется на мид. Алоха Дэнс уже здесь и уже ждет здесь курьера. Бедняжка курьер. Кто бы знал вообще. Алоха Дэнс беспощадно обойдется у нас с данным курьером. Ну, давайте посмотрим. Вон он из тени выходит. Выходит Венга, курьер быстрее в лес. Никуда в лес, собственно, R2-D2 у нас не направится. Ну, нашли чем отомстить. Вырываются на Алоха Дэнс или кто на кого еще? Фиссура по Алоха Дэнс, Афониджи забирает этот фраг. Ну, если бы не фиссура от Дреда, то еще бы и мидера команды Empire забрал бы здесь Алоха Дэнс. Отомстил бы за все, но отомстил курьеру. Нашел самого слабого расковырял. 2-0 в итоге выигрывает команда Hellraisers, правда, они без куры. Ближайшие 2 минуты. У Empire по золоту преимущество на 400, по экспириенсу Хейры впереди на 200 поинтов. Артес уже половину таура съел на ботлейне. Легкую Йоку отдал просто так на фрифарму на Артесу. Ну и это может плохо закончиться. Со Сларком как разбираться непонятно. Йоку в это время в собственном лесу добивают курьеры. Ой, курьеры, нейтралы. Бэтрайдер решил немножко сэкономить время, просто отдался нейтралам. Если отдался, если не... А ну-ка, одну секунду. Не потерял вообще. Ну, потерял 59 по золоту у нас Бэтрайдер. В принципе, не критично. Больше бы здесь на времени потратил на то, чтобы бегать на фонтан и хилиться там. Алоха Дэнс отправляется на нижний лайн. Теперь пришел здесь устраивать терроризм. Вроде Венга сама по себе не мощный герой, но то, как ведет себя Венжи Фулл Спирит после... ФБ на ней. Даже немножко странно. То на курьера, то на мидера. Теперь пошла против даблы. А в перспективе даже против триплы сражаться. Думаю, ненадолго здесь задержится Алоха Дэнс. Первый врыв, первый Poison Touch и первая привязка у нас от Артеса. И Венга отправится в таверну третий раз. У Дреда почти третий левел. Есть Sage Mask, есть Boots of Speed. В курьере чей ботл? Афонин же там без ботла до сих пор. Еще 20 секунд будет без ботла. У Silent'а уже 2 Race Band'а и появляется Gloves of Haste. Готовится Silent выйти у нас в Power Threats. По крипстату на мидлейне. ВР у нас 22 на 7, у Афониджи 13 на 1. Резолюшн переигрывает своего визави. Афониджи здесь без банки, поэтому не может размениваться по ХП, не может себе позволить сильно бэковать. Но сейчас уже курьер появился, сейчас может быть ситуация исправится, но то, что Резолюшн взял фору, это факт. У Сайлента совсем чуть-чуть остается до ПТ. Ну и при этом у Сайлента дэмэджа не так много, как хотелось бы. Хотя вот я вижу, да, еще пассивки, ульты до сих пор нет у нас для керри команды Empire. Как только появится ультимейт, тут за сотню перевалит дэмэдж. Все, шестой левел для Draw Ranger. И вот, пожалуйста, уже 136 с руки бьет Сайлент. У Дреда всего 663 хп, это на 5-6 ударов от Сайлента, понимаете, это вообще невывозимое количество дэмэджа. Один удар по Дреду, у Дреда половина хп. Сайлент дальше за Дредом, Алоха Дэнс пришел в спину Дреду, нашли чем отомстить, ну и здесь Always Wanna Fly, в итоге Алоха Дэнс еще и на себя агрит тауэр, танкует, вообще Алоха Дэнс просто оторванный сегодня. Вообще в самый ад постоянно Алоха Дэнс, любое пекло Алоха Дэнс там. Если где-то кого-то бьют вообще всеми ультами, будь уверен, что это Алоха Дэнс. То на мидера выйдет, то на курьера, то на сложную пойдет постоять в соло. Теперь тауэр на себя агрит. Почему-то Always Wanna Fly у нас под тауэра не проседал. А вот Венга первая. 6 минут сыграли по золоту. Команда Empire 1000 с копейками. По экспириенсу 750 тоже в пользу команды Empire.
Т1 еле-еле здесь стоит, дышит. Здесь вот эта дабла из Алоха Дэнса и Сайлента, и плюс замедление от Always Wanna Fly, в принципе, одного-двух героев съедает 100%. Это даже вообще без вопросов. Еще и плевок здесь в два от визажа. Поэтому главное кому-то подставиться. Команда Empire, я думаю, за ними дело не станет. Always Wanna Fly смещается на нижний лайн. Немножко здесь пофармить. Но он толстоватый, в принципе, визаж. Хотя пассивку, кстати, не качал у нас визаж. Ну и теперь за это поплатится. Но Always Wanna Fly врывается Goddamn. Poison Touch пошел по нему. Ну и немножко себе скорости бега добавляет визаж. Удалось таким образом уйти живым отсюда. Афониджи в инвизе стоит. В итоге инвиз с него слетел. Ну понятно, что резолюшн, наверное, даже через фулл раскаст Квапа не забирала бы. Shadow Strike в резолюшена. Теперь, кстати, немножко подбили его. Можно попытаться ворваться. Будет ли Квапа врываться? Посмотрим. Ну-ка, ну-ка, маны должно хватать. Scream of Pain 3, 2 точнее. Sonic Wave есть. Нет, Афониджи поскромничал. Артеса под собственным Т1 пытались поймать игроки команды Empire. В итоге заденайли тауэр и уходят отсюда. Кстати, стиль игры Aloha Dance очень не импонирует. То, что Vengeful Spirit не стоит у нас на одном месте, на одной линии, а постоянно смещается то в одну сторону, то в другую, это уже говорит, в принципе, о скилле самого игрока. Да, умирала два раза Венга, но один раз на ФБ это, в принципе, не считается. Там команда подплужила немножко. С другой стороны, участвовала в ганке, и это уже неплохо. У Дреда Soul Ring. И чуть-чуть совсем остается до Транквил. У Горца ничего в Soul Ring и Boots of Speed. Появляется Транквил Бутсы для визажа. У Артеса, который играет на Сларке. Есть Power Threads, есть Брассер, Magic Wand и 900 по золоту для Артеса. Шестой левел имеется, поэтому можно, в принципе, размениваться по хп, терять хп на лайне, где-то танковать тех же крипов, все это, в принципе, восстановится. Появляется даггер для Бэтрайдера, у Йоку, помимо даггера, только Boots of Speed. У Резолюшна есть фазы, Нул Талисман, Magic Wand, Bottle и 700 по голде. Так, Always Wanna Fly развалил у нас в это время Зевса, Дред. Пошел быковать, рановато, Silent на лоу хп, будет ли хоть кто-то его цеплять. Сайлент без хп, надо отсюда бежать. Ну, Йоку врывается у нас на Годема, а Афониджи уже готов ворваться. Только подойдет Сайлент, Сайлент умрет. В итоге просто забрали здесь Дазла. Always Wanna Fly уже с фамильярами. По-прежнему живет Дроу Рейнджер. По-прежнему Сайлент не проюзал здесь ауру. Можно попытаться с фамильярами кого-то где-то выцепить. Горец, например, вообще жертва номер один. 680 хп и ничего ты этим фамильяром особенно не сделаешь. ВРК забирает у нас Т1 на мидлейне. Резолюшн дальше за Афониджи, точнее, дальше за резолюшеном. Соник Вейв в спину и 4-3 становится счет. Сайлент, иди похилься. Ты здесь не нужен без нормального количества хп. Сайленту надо отсюда бежать. Сейчас натикал бы Зевсу 6 левел. Было бы вообще чудесно для команды Empire, когда на ровном месте умирал бы мейн керри. У Сларка появляется Shadow Амулет. Собирается выйти в Shadow Blade Artes. У Draw Ranger уже есть Яша, два Рейсбенда и Power Threads. Для дровки все хорошо. У нее пока что первая только ульта. И при этом 180 с руки. Конечно, это чудесный показатель. По золоту Empire выигрывает 4000, по экспириенсу 2000. Но мы ждем появления четвертой ауры от Draw Ranger, ждем появления второго ульта. Я думаю, что на 11 левеле Silent'а команда Empire должна будет нападать. Там все будет великолепно вообще. Алоха Дэнс у нас просто вообще неугомонный. Теперь он танкует Рошана. До этого он танковал Тавара, теперь танкует Рошана. Дальше я даже не знаю, на кого он фонтан пойдет танковать Алоха Дэнс. Ну, доигрался Алоха Дэнс, умирает здесь, и Silent на лоу хп. Роху заберут здесь или нет? Да, Роху здесь заберут, скорее всего, игроки команды Hellraisers. Хотя Резолюшн недалеко, Афониджи здесь. Привязка на Афониджи не прошла. Правда, ульта от Резолюшна спугнула у нас в итоге Афониджи. Ну и Артес врезается в Резолюшна. Забирает Резолюшна, здесь полубитый Рошан. Еще и Йоку сюда. Goddamn, на лоу хп забирают Роху игроки команды Hellraisers. И
у Артеса Аегис. Просто подарили у нас Сларку Аегис. И еще и сейчас для Артеса уже будет готов Shadow Blade. На ровном месте. Такие вообще плюсы для команды Hellraisers получились. 3-0 подрались, забрали Аегис, забрали Рошана. Все, что можно было забрать, забрали. Shadow Blade для Артеса. Подарок великолепный. С 4000 просто в ноль. Вот так вот у нас на Рошана выходит команда Empire. Мы хотели спокойно, по-тихому забрать Рогу, не получилось. Зачем дальше было устраивать фестиваль бесполезных фидов, непонятно было. Ну окей. Их личное дело. С 2000 преимущества по экспириенсу до 2000 поражений. Empire спускается. У Йоку после даггера еще 1800 по золоту. Как там резолюшн? ВРК от резолюшна уже с поинт-бустером бегает. Готовится выйти сразу же в аганим резолюшн. Дальше увидим, я думаю, какой-нибудь дэмэдж. Ну, Мейлштром, наверное, не будет лишним. Есть, в принципе, кого бить и унижать здесь. У Винги пока ничего, кроме ПТ. У Дроу Рейнджер мы видели. Только Яша и... Ульта пошла у нас от Горца. Газ сразу же в двоих. Ну, скорее всего, Сайлента здесь заберут. Есть кем и чем забирать. Не жалеют у нас все, что можно только на Сайлента. Ульт от Горца и верхний от Горца. И Горец заслуженно зарабатывает этот фраг. У Йоку в это время появляется Boots of Travel. Empire проигрывают 9-3. По золоту они еще ничего так держались. Теперь по золоту начнут проигрывать. По экспириенсу они уже проигрывают 3000. Артес танкует Тавр. У него есть Аегис, у него есть... Шестой ульта, то есть, есть, поэтому только Тауэр сольют, сразу можно будет пойти отрегениться. А если придут гости из команды Empire, то можно в Shadow Dance уйти. Ничего, собственно, Артесу здесь никто не делает в составе команды Empire. Вообще, таких раскастов, которые били бы Артеса в Shadow Dance, нет. Это мог бы сделать кто-нибудь из команды Hellraisers. Например, та же Квапа могла бы наорать на Артеса в Shadow Dance, но Квапу взяли очень... дальновидно взяли игроки команды Hellraisers. В итоге отдали мидера ВР-ку. А ВР-ка там разве что может попасть пауэршотом по Артесу. Но я думаю, ни холодно, ни жарко будет в итоге Сларку. У Сларка уже есть 10-й с половиной левел. Совсем немного остается до второй ульты. У Афониджи появился Юл. Горец у нас в Dominating Streak. Ловит, забрали Вингу. На лоу хп здесь Always on a Fly. Тоже должны его забирать. Дред в никуда вообще. Эхослэм забрали и так. В принципе, у нас визажа, по-моему, с руки. Хотя, может, и через Эхослэм у нас умер визаж. Хейры 11-3. Ничего себе, они тащат Империю. Горец у нас попадает в лассо, но пока еще живет. Ну, Dominating Streak, скорее всего, Горцу собьют. Резолюшн должен забирать здесь Горца, да. Зарабатывает 400 по голде с него. И Артес дальше на резолюшна. Резолюшну никак отсюда не убежать. Артес сейчас будет забирать резолюшна. Все, вгрызается у нас в мидера команды Empire перед смертью. Резолюшн еще смог сбить Аегис у нас Артесу. И Афониджи здесь развалили. Вот это я понимаю, Empire ведут себя нагло. Ну, на наглость команды ХР ответили двумя фрагами. Сбили Аегис еще к тому же Сларку. То есть в итоге 2 в 3 подрались в плюс для команды Империя. По экспириенсу 2500 они заработали. Правда, и 1900 заработали Хейры. Empire, в принципе, уже должны свою страту реализовать. На 15-й минуте, правда, у Сайлента до сих пор нет 11-го левела. Это плохо. Но то, что Сайлент по дэмэджу здесь будет бустить всю команду, это факт. И под него, собственно, вся страта и строилась. Сларк вгрызается у нас в Сайлента. Артес не почувствовал вообще. У нас Дроу Рейнджер сейчас заберет еще здесь и фамильяров. Ну, Артесу можно отсюда смело уходить. Причем пешком вообще даже улетать не надо. Артес на Алоха Дэнс. Высвапывает Алоха Дэнс Always on a Fly на свое место. Под Грейвом здесь Артес. Даже в Шадоу Дэнси. Дерись против Резолюшена. Не уходит у нас Сларк. Сразу же ушел в инвиз за счет Шадоу Блейда и будет ловить здесь ВР-ку. ВР-ку моментально разобрали. Минус 5 делает команда Hellraisers.
Я даже не поверил, что здесь Team Vibe. Смотрю так по одному, по кусочку. Отковыривают, отковыривают, да отковыривались. Вся команда Empire у нас в таверне находится. По золоту здесь выиграли тьму вообще. Хейеры 2200 заработали, 1300 заставили потирать Empire. И 4,5 по экспириенсу. На 16-й минуте, как кто-то писал нам в чате, Сларк для команды Hellraisers. Empire GG. Что-то этим действительно попахивает. У Сларка уже есть один Ultimate Orb. Есть Shadow Blade. Мы это все видели. Power Threads. Все имеется для Сларка. И 13-й левел для Артеса. Где-то там у Navi, наверное, запахло ХРами в гранд-финале. Ну, мне так кажется. Хотя, опять же, Сайлента только-только будут появляться серьезные артефакты. Сейчас Draw Ranger возьмет 11-й левел. Возьмет себе Сенжин Яшу. Ну и Сайленту, наверное, нужен Black King Bar здесь. Хотя и Манта Стайл будет вообще не ли... А, Манта Стайл уже не будет здесь. Уже Сенжин Яш у нас у дровки. Поэтому надо будет просто стоять, терпеть и бить с руки. Мома нету Сайлента. Отъедаться нечем. Зато Винрейнджер уже практически готов Аганим. Резолюшн тут из всех сил вообще старается. 11 левел у него, 11 левел для Дроу Рейнджер. С руки 240 почти у Сайлента. Дред, эхо слэм по Сайленту, а Фонинджи это просто жесть. Хоть гифку делай. Расковыряли Сайлента на куски вообще. Там до сих пор болит, наверное, рука у Сайлента. От мышки даже взрывная волна пошла. Алоха Дэн, скорее всего, здесь от горца отъедет. Еще и висит на нем урна. Развалили здесь визажа, развалили здесь... Vengeful Spirit, ну и, конечно, Сайлента. Как же его размотало здесь по всей карте. Эхо слэм от Дреда. Ждали-ждали. Непонятно, чего Empire, собственно, ждали. Вышел на Эншентов спокойно погулять. Сайлент. Ну, кто ожидал, что так сильно шарахнет сверху? Ну, команда Хэйр свою страту реализует просто бриллиантово вообще. 7500 зарабатывают Хэйры по золоту на данный момент преимущество. Так, Дазл у нас представляет по ХП. Это ненадолго. Просто грейв на себя и лететь. Не отдается просто так. Команда Hellraisers поймали свою игру. Все у них пока великолепно. Так вот, по золоту Хэйры 7500. По экспириенсу 12000 в пользу Дреда и всей компании. У ВР-ки еще немного остается до Аганима. Но то, как издеваются над командой Empire Хэйры... Не знаю, решит ли здесь вопрос Аганиму. А Фонинджи есть Юл, есть 200 на руках. Фонинджи надо выходить в Хекс здесь. Надо как-то справляться с Draw Ranger. Если насобирать Хекс до того, как БКБ появится у Сайлента, это будет вообще великолепно. Сейчас у Афониджи уже есть деньги на Ultimate Orb или на Mystic Staff, что там пожелает себе Афониджи. И можно будет, в принципе, Сайлента законтрить просто в щепки. Где-то загремело в небесах. Горец там уль давал, как я понимаю. Пытался, точнее, дать. И в итоге не дал. А вот теперь дал. Ульта пошла от Зевса просто прочекать, кто где. Йоку, кстати, не продамажила. И резолюшн они под смоком были или что? Что там случилось? Так, ну что, давайте по вещам пробежимся. У Зевса уже есть Force Staff, есть Soul Ring, Bottle и Tranquil Boots. У Дазла, на котором играет Годем, Урн оф Шадоус и Аркан Буцы. И этого много, еще 1000 для Годема сверху. У Сларка 2 Ultimate Арба. В принципе, деньги на Orb of Venom уже имеются. Осталось только 1200 насобирать на Point Booster. Не видит резолюшн у нас Артеса. Артес должен это понимать. Теперь из виду и резолюшн сам пропадает. Артес уходит в кусты. Так вот, у Артеса практически собранный Eye of Skadi на данный момент. У Шейкера... Чуть-чуть совсем. 350 Дреду остается до появления Юла. У Квапы Юл есть. 3400 на руках у Афониджи. Надо срочно собирать Хекс, если команда ХР собирается просто в хлам разорвать здесь Дроу Рейнджер. У Дровки ничего, кроме Сенжин Яш, не появилось из серьезных артефактов. Сайлент по-прежнему 11 левела. Артес уже 14, почти 15. Квапа 14 с половиной. В итоге мейн керри команды Empire, Silent на Draw Ranger до сих пор 11-го.
У VR-ки тоже 11 левел. 9 визаж, 9 Бэтрайдер и Vengeful Spirit 8 левел. Ну, в принципе, о чем мы можем говорить? Счет 21-5. Больше, чем в 4 раза команда HR убила своих оппонентов. И умерли всего 5 раз. Ну, то есть по разику каждый, пускай из игроков, это проблема. И у Артеса 5-0. У Афониджи в 6-1. 0-1 здесь Годем, Дред 3-1 идет, и Горец на Зевсе идет 6-2. Конечно, можно наказывать так оппонентов с таким-то счетом. И на Empire, посмотрите, тут пенанты 3-6-6, ну, все это бесполезно. Я думаю, что хэры данную катку упускать не должны. Там их Нави в финале уже ждут. Ну, мне так кажется. Да, и не такие игры камбэчились. 10 тысяч по золоту, 14 по XP, это вообще не самый серьезный отрыв. Но, с другой стороны, посмотрите на время. Все-таки 22-я минута для 22-й минуты. Десятка по золоту, 14 по опыту. Это более чем ощутимо. У Афониджи появляется Ultimate Orb и рецепт на Лингенсферу. Это что, шутка? Афониджи, что это такое? Зачем? Можно было собрать хексы и в порошок просто стирать Сайлента. Постоянно. Афониджи решил собрать сейвовый вариант. Хэры должны давить, как по мне, ну, мне так кажется. Если у них такое огромное преимущество, они должны задавить экономикой команду Empire. Просто стоять все время на лоу-граунде, пытаться зайти на хэ-граунд. Причем зайти-то не обязательно, можно запрыгивать, причем всем и каждому. Сларк без вопросов залетает на хэ-граунд, Шейкер залетает с блинка. Квапа стягивает всех на себя за счет своего блинка. А там развлекает всю команду Empire на хэкграунде. А там уже спокойненько, пешочком. Зевс вообще может не заходить. И с лоу-граунда Дазл может дать все, что необходимо. Начиная ультом, заканчивая грейвом и Shadow Wave. То есть я думал, оборонительные артефакты здесь команде HR не нужны. Они и так себя хорошо чувствуют. Ну и решил обезопасить себя квапа. Но это единственное, что это проблема. Это проблема по как бы наращиванию преимущества команды HR. Они немножко сбавят темп, и Silent, что нужно, здесь заберет. То же самое и Resolution. Тоже может нафармить здесь нормальный артефакт. Ну что, привязали у нас Артеса. Артес в Shadow DNC, в принципе, никого здесь не чувствует. Резолюшена до сих пор нет форстафа. Возможно, и не появится. Зато есть Аганим. Говорит мне Resolution. У Шейкера есть Еул, есть Блинк Даггер. Дред готов рываться. Хаслэм второго левела. Команде Empire пока что будет достаточно. Фониджи с линкой. Ну, не знаю, такое сомнительное решение, как по мне. Ну и на кой черт вообще сейвится, спрашивается, если вся команда Empire просто в рассыпную от тебя. Empire сейчас не готовы драться, об этом должны понимать хейры, ну и они понимают. Ну почему, собирается линкаут, а Фониджи непонятно. Ладно, Квапа, видимо, просто решила, собирается дать фул рассказ до того, как умрет. Empire на Рошана. Зевс готов уже ультануть. Ульт пошел от Зевса. Знает, что Empire здесь на Рошане. Дред, какой эхо-слэм. Это просто, это не good game, это great game. Просто расковырял всех. Эхо-слэм по четверым. Тут Рошану досталось даже столько дэмэджа, что Роха бедный стоит и вообще в шоке. Говорит, убейте меня. Я столько трупов видел, столько крови. Убейте меня хоть кто-нибудь. Роху здесь в итоге доковыряют, а Эгис заберет команда Hellraisers. Надо бежать отсюда Бэтрайдеру, и он это прекрасно понимает. Бедный Йоку. Все его товарищи здесь в этом эхо-слэме и остались. Ну, Дред, я... Как вообще это называется? Я не знаю, это просто, это очень круто. Это то, как Йоку примерно ведет себя на Шейкере, но только Дред. Дальше Сларк пошел уже давить. Артеса привязали здесь. Все с себя, в принципе, сбросил через Dark Pact. И Дред еще и отрезал команду Empire. Афониджи. А вот она, линка. Пожалуйста. Теперь не может в него плюнуть Бэтрайдер. Ой, Бэтрайдер, визаж. Плюешь на меня, переводишь на себя. Странно даже как-то. Немножко Артес вгрызается у нас в визажа. В Shadow Dance входит Артес. Ну и на хэкграунд не поднимается. Мало ли что его там ждет. Афониджи в это время забирает у нас резолюшена. VR-ка отправляется в таверну в шестой раз. Вот такой мидер. Визаж у нас 2-4. Бэтрайдер 1-4. 0-8. Vengeful Spirit и Silent, который должен был убивать. 5 раз умер и один фраг заработал. 27-5. По золоту. 14 хэры выигрывает по золоту.
Они, такое ощущение, что хэры просто у нас фармят только героев. Не фармят крипов вообще. Ну, давайте крипстат для интереса глянем. Да нет, вроде все нормально. Нет, ну тут есть, конечно, преимущество от эмпайров по крипам. Хэры зарабатывают деньги на живых фрагах. Уже 23 тысячи по экспе, хэры по золоту 16. Эти 20 тысяч по экспе здесь очень важны. 20 тысяч по экспе на 50, на какой-нибудь 58-й, 59-й минуте, это, в принципе, ничего. Это такой пыль под ногами майора. Но когда это на 26-й минуте случается, это касается наличия третьих ультов, касается всех вкачанных спылов, которые необходимо. То есть вы понимаете, здесь разница где-то у кого-то есть 16-й, у кого-то нет. У кого-то 14-й на саппорте, вот, например, Шейкер. Оффлейн, конечно, саппорт, но тем не менее. 14-й левел у Дреда, а здесь саппорт 9-й левел Vengeful Spirit. И весь этот недостаток по экспириенсу не дает возможности вообще... Во-первых, не появляется по золоту просто у Венге никаких артефактов. А во-вторых, статы просто не капают, потому что Венга у нас не качает левел. Ну и можете себе представить ужас Венги, когда вдруг кого-то на горизонте у нас Алоха-Дэнс видит. Поначалу немного перебыковал, конечно, Венга. Перебыковал Венга. Вот, ну... Все это в никуда, в принципе, ушло. Алоха-Дэнс в роли не то что догоняющих, он вообще просто на обочине сидит и смотрит, как кортеж команды Hellraisers пролетает по всем таурам внешним. Сейчас поднимутся еще и на хайграунд. Команда Empire. 15 тысяч по золоту, 22 по экспириенсу. Т2 на топ-лейне падает, это последний внешний тавр. Мид не прикасались к миду. Ну и да, на хайграунде все тавра стоят целенькие. Чуть-чуть здесь снесли хп тавру, но это, по-моему, даже не герои, а крипы. Ну и последний Т2 падает для команды Hellraisers. 27-5 по золоту, они 1017 должны опережать своих оппонентов. По экспе 22. Резолюшн позволяет себе еще погулять где-то по реке. Ну а вспомнить, как все хорошо начиналось. Хэры, напомню, первую игру проиграли Империи. Проиграли ее с таким ощутимым отставанием. Теперь Хэры вообще Empire не чувствует. Ну ждем. Шейкер уже, я думаю, готов. Бревно у Дреда уже заряжено. Надо просто ворваться. Ну Empire больше трех собираться вообще не вариант. Потому что у Дреда все великолепно сейчас на Шейкере получается. Сайлент с доминатором. Кого тут Сайлент... Так, а ну-ка, я хочу посмотреть, кого Сайлент себе заполучил в помощнике. Никого, наверное, того, кого Сайлент через доминатор завербовал, уже давным-давно убили. Артес на хайграунд. Крипы падают относительно быстро. Ну и опять же, здесь все делает у нас Горец. Поднимают сразу же верта у нас Бэтрайдера. Артес. Чуть-чуть подслили ему хп, и ничего страшного для него не случилось. Бэтрайдер на лоу хп убегает у нас под фонтан. Но 27-5. Почему команда ХР еще мнется, до сих пор непонятно. Empire горят, и у них все горит. И на базе сейчас тоже начнется полнейшее горение. Ждем. Артес на хайграунд. Продолжает пилить Т3 и опять отходит. Ну так можно достояться до того, что у Empire сами собой деньги накапают на артефакты. У Квапы появляется... после линки появляется Шива. Курьер сейчас тащит уже полную собранную Шиву для Афонинджи. Йоку, куда ты? Йоку пошел руну караулить. Самое время. Возможно, здесь будет руна Баунти и Йоку хоть что-то нафармит. В принципе, Йоку-то, кстати, по нетворсу, по-моему, топ вообще в своей команде. Нет. Сайлент на первом месте. 10,5 для Дроу Рейнджер. Ну что, еще один эхослэм от Дред. Минус Резолюшн, минус Vengeful Spirit. Выкупается сразу же у нас ВР-ка. Один такой эхослэм мы видели. Я чуть было не пропустил второй. Это было бы преступление просто против Доты. Артес привязан к Горцу. Резолюшн на Артеса. Грейв тоже, собственно, ГДМ на Артеса. Артес должен здесь выживать. Сейчас отрегенится и будет второй повторный заход. Кроме Артеса никто по хп не просел, а у Артеса вы знаете, с какой скоростью у нас регенится хп. 143 в секунду. Конечно, можно заходить, через 2 секунды будет опять. Есть скади, есть 3600 по золоту для Артеса. Только просто бей и беги. Я представляю, в какой панике сейчас Империя. Они уже думали, они уже готовились, я думаю, ко встрече с Нави в гранд-финале. Придумали примерные схемы. Зарядили фаника там всем необходимым.
А тут вдруг откуда не возьмись. Артеса уводит у нас на хайграунд. Резолюшн под фиссурой стоит. Дред через тотем. Опять застопил здесь резолюшн. И тот, кто должен дамажить, дамажить не может. Убегает отсюда Артес. Горец. Быстрее бежать. Годем под Гёссептором. Годема в итоге развалили. Артес вгрызается в резолюшн. Резолюшн в таверну. Байбека у него нет. Дред на лоу хп. Летает в ветрах здесь Дред. Плевок в Дреда. Дреда убивают. Горцы съедают здесь фамильяры. Трипл килл от Always Wanna Fly, но дело все в том, что Always Wanna Fly здесь умирает. У Артеса хп не заканчивается, и вся команда Empire в таверне. Ну что, good game, не будем давать камере сюда долго лететь, сами переключимся. А, команда Hellraisers. Empire просто снесли вообще в хлам. Тут щепки и брызги до сих пор у меня на экране от команды Империя. Размазали их по карте как только могли. Поздравляем команду Hellraisers, они выходят в гранд-финалы совсем через чуть-чуть, там максимум, я думаю, 10 минут. Хэры у нас встречаются в гранд-финале против команды Natus Vincer. И теперь посмотрим, Дред или Artstyle, Афониджи или Дэнди, Нави или Хэр. Пока что не забывайте, подписывайтесь на наш канал на Твиче. Напомню еще раз, это студия Игрокам ТВ, у микрофона друг. Ну и заходите в наш паблик ВКонтакте. Ждем там всех с превеликим нетерпением. Подписывайтесь и получайте всю необходимую инфу касательно наших дальнейших кастов. Все, услышимся через, я думаю, 5-10 минут уже на гранд-финале. Уже топим за любимые команды. Назад пути нет. Только победа. Ну и все, в принципе, решится уже сегодня. До скорой связи.